Сегодня приготовим гороховый суп. Горох я замочила на ночь. Картошку порезала. Одна луковица, одна морковка, два зубчика чеснока, лавровый лист. Чеснок будем добавлять в конце, когда приготовится зажарка. Бульон варится, говяжий. Будем добавлять горох. Он варился где-то 45 минут. Мясо я отделила от кости. Добавляем картошку. Зажарку, лавровый лист и варим 10 минут. Ну вот, суп сварился. Добавляем зелень, укроп, лук зеленый. И выключаем.